Форд, блин, не предназначен ездить даже, блин, по открытой местности. Мало того, что он газ не дает развить, так он еще даже не дает стартануть. Все, и вот он сразу двигатель глушит. Все мы прекрасно знаем, что когда колеса засаливаются, они просто крутятся. Вот трэш какой-то. Вот они, технологии, блин. Машина просто не едет. Что бы я тут ни делал. Я вон эти штучки подкладывал, можно по ним уже посмотреть, сколько раз я их переставлял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сейчас седьмой раз. Но сейчас, походу, конкретно вообще захерачился. Не знаю, короче, что делать. Просто жесть. Бля, она не дает разогнаться, нет вот этой вот. Она, блядь, вязнет, короче. Еще эти колодки постоянно. Замените колодки, замените колодки. Бля, просто трэш. И я весь прикол знаю, что сюда никто не приедет. Один я тут, сам собой. Вот почему я люблю УАЗик. Потому что, блин, он проедет везде, где только можно. А это вот говно. Он наполовину колеса, блин, закопался и все. Да ладно, я понимаю, оно здесь крутилось. Здесь оно что провалилось-то? Вон промяло грунт. И все, в жопе. В полнейшей. Как выниматься на этот случай? Никто ничего не говорит. Вот тоже промялась просто на ровном месте. Эта вон штука помогала какое-то время. Ну а потом перестала. Все. Короче, если кто-нибудь хочет купить рабочую машину там, то вот Ford не советую покупать. Вообще он толком не едет. Так еще и на ровном месте забуксовал. Что, разве это разве дорога размыта? Нет. Я ж по ней хожу, вон наступаю, нигде не проваливаюсь. Вообще нигде. Понимаете? А он на ровном месте застревает. Блин. И что делать, пока не знаю. Сейчас буду ходить, думать и решать. Сашке позвонил, соседу из деревни. Может быть, он что-то придумает. Не знаю даже. Вообще хреново, когда некому обратиться. Вот это да. Вот хороший человек приехал. Сашка ему позвонил. Баранов, к сожалению, не знаю, как зовут, но я сейчас обязательно с ним познакомлюсь. Сейчас денежку буду переводить. Вот, буду знать, короче, как его зовут, что к чему. Вот. Он помог вытащить. Правда, как я понял, 1000 рублей. Вот. Ну, блин, хоть 1000 рублей. Я знаю, что я вот здесь бы застрял 100%. Он машину таскает. Я вот еду на второй передаче, а она толком-то и не едет. Я еду за счет УАЗика.
блин, хорошо идет, короче. Колеса у него хорошие. Такой ухоженный, конечно, УАЗик-то. Так, сейчас будем на дорогу выезжать. Там так мне нужно две руки, чтобы я рулил. Вот. Так, останавливаемся.